Итак, у нас самый важный момент в программе. Его многие телезрители ждали всю неделю. Итак, момент настал. Нужно. Момент настал. Принимайте спутниковое телевидение. Мы готовы разыграть комплект спутникового телевидения «Телекарта». Валер, расскажи, что это за чудо? Ну что, можно подключиться к прекрасному пакету «Премьер», 240 телеканалов, сумасшедшие фильмы, классные музыкальные телеканалы, каналы для детей и, конечно, наш телеканал «Енисей», который будет прямо там. Наслаждайтесь. В этом маленьком приемничке особой четкости с помощью цифрового... Особой четкости зрения у меня нет? ...видеорекордера. Да, но я просто не очень знаю все эти технологии, но знаю, что благодаря вот этой маленькой небольшой штучке можно принимать 240 каналов, вы представляете? И еще и записывать... И это не предел всех возможностей. ...видео, да, и потом смотреть в твое удобное для тебя время. Я вспоминаю прошлую субботу. Программа «Утро на Енисее» может, получается, у некоторых зрителей выходить не только утром, но еще и вечером во вторник. Да, когда угодно так. Тогда и можете смотреть. В прошлую субботу у нас выиграла женщина, которая призналась в прямом эфире, что ни разу до этого ничего не выиграла. Да, я Мы с удовольствием ей вручили. Да. Вот сейчас ваша очередь. 236-95-37, телефон прямого эфира. Скорее дозванивайтесь. Называйте в правильном хронологическом порядке все те цифры, которые появлялись в наших эфирах на протяжении всей недели. С понедельника по пятницу. 5 цифр должно быть, они уже здесь у меня выстроены. Я подсмотрю. Будете сейчас называть, я буду 236, показывать. Все четко, без обмана. 95-37. 78-13. Номер телефона прямого эфира 236-95-37. И сыграем пока. 3 кружки у нас есть. Поводим. Угадаешь, каком бочонок? Не так сложно, на самом деле, потому что в течение всего эфира 3 целых раза по сигналу ведущих появляется, да, получается, в каждом часе, 6-9 по будням, появляется эта цифра. Ее можно поймать в любой момент. Да, а если у вас телевизор продвинутый с записью вещания, то вы можете действительно даже утром записать нашу программу, прийти вечером, пересмотреть и ту самую цифру увидеть. Зачем ты так подсказываешь? Ну не подсказывай так сильно. Ну как же так? Я же хочу делать новогодние подарки людям. Итак, 236-95-37, телефон прямого эфира, для того, чтобы комплект спутникового телевидения «Телекарта» оказался у вас в доме. А, интересно, кому повезет? Смотрите, у нас был фартовый мужчина из Емельяновского района, да? Да. В первую субботу женщина из... Откуда была? Нет. Она не из Красноярска нет, была. Нет, другой был населенный пункт. Я вот тоже не помню. Ну, вот очень прямо она радовалась. И кто сегодня будет? Может, дети? Ребенок должен. Может, дети, да. Ну, а, кстати, да, почему бы нет? Мы ждем вашего звонка. Что ж такое-то? Цифры-то сейчас уже у меня сгорят просто. Да, я нужно обязательно назвать. У меня все четко. Не надо. Вот не надо этого. У меня все четко. Не попуталось. Ну, я говорю, нужно обязательно назвать в порядке, как они. Итак, кто-то дозвонился. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Виктория Александровна. Виктория Александровна, откуда звоните? Я в Красноярске, но я из-под Тесова. Из-под Тесова. Отлично. Очень понадобится и тому населенному пункту спутнику телевидения в 2019 году. Виктория Александровна, ну что ж, давайте начнем открывать код. Да. Первая цифра 2. Первая цифра. Смотрите, вот сейчас я попрошу крупно показать. Первая цифра. 2. 2. Это верно. 2. Следующая. 6. Здесь опять начинает стучать. 6. Да. Все верно. Следующая. 3. Какая? Следующая. 6. После 6. 3. 3. Верно. Все ближе, все ближе. Хорошая память. Следующая. 5. Ой, это как у меня по алгебре, отлично. 9. А вот тут 5. Внимание. Точно? 9. Точно. Присели деньги. Присели деньги. Или две шкатулки. Поздравляем. Не две шкатулки, одна коробочка достается вам за то, какая комплект спутникового телевидения вот здесь как раз и заключен. Ну и, конечно же, тарелочка. 240 каналов теперь у вас дома и, разумеется, телеканал «Енисей». Ну как ощущения? Очень рада. Большое спасибо вам всем. Здоровья за большой подарок. И вам здоровья, и будьте всегда вместе с нами на да, связи. Да, смотрите программу «Утро на Енисее». И ждите нас в гости, потому что я посмотрю все каналы. Ага, пожалуйста, можете даже и доставить мне.
Вот так, Валерий. Не, ну я пошел тогда, все уже. Да, прогревай автомобиль, Валерий. Прогревай, сейчас поедешь. Кстати, Потесово, в скольких километрах от Брестка? Игоря спросите, пожалуйста, вопрос на таком. Присылайте на короткий номер 9020, вначале остров пробел. Ваши варианты ответа сколько? Виктория Александровна еще? Да. А, приветы передавайте. Ага, большое-большое спасибо. Привет же в Подтесово. Подтесово. Подождите, Виктория Александровна, скажите, а в скольких километрах ваш населенный пункт от Красноярска? Ой, 300 с лишним. Ой, Валерий, я только еще километров. На заправочку еще заедь на всякий случай. Спасибо вам огромное за звонок и за то, что проводите с пользой и с выгодой эту субботу и вместе с программой «Утро» на Енисей.